Горный Улус район славится своими традициями, богатым опытом. В этом Улусе, так же, как и в других улусах нашей республики, живут очень трудолюбивые люди, которые горячо любят свою родную землю. И, конечно, это чувство тоже в какой-то степени на сегодня обуславливает высокую гражданскую активность. И если мы видим то, что количество зарегистрированных социально ориентированных некоммерческих организаций составляет в Горном районе 25, то почти каждый четвертый за эти годы активно участвовал в грантовых конкурсах, проводимых в республике, и, что немаловажно, получил государственную поддержку. Я бы хотела отметить активность Бескёле, Атамайского наслега, где и руководство наслега, и общественность все вместе тоже очень активно продвигают гражданские инициативы. Не зря 2 года общественная организация именно из этого Атамайского наслега получила грантовую поддержку на уровне Республики Саха-Якутия. И в этом году мы с вами все активно поработали в год благоустройства населенных пунктов. И знаем, что именно по результатам социологических опросов именно эта позиция вышла на первый план. То есть мы стремимся жить в комфортных условиях. И, безусловно, республика создает необходимые условия для того, чтобы тоже были поддержаны инициативы в сфере благоустройства населенных пунктов. И одним из направлений данного мероприятия как раз заключалась поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, проекты которых направлены на благоустройство населенных пунктов. И Горный Улус в этом году стал одним тоже из победителей грантовой поддержки именно по году благоустройства населенных пунктов в размере 1,5 миллиона рублей.